На площадке перед детским садом стоят машины спасательного назначения, но с воспитанниками все в порядке. Ребятам демонстрируют работу экстренных служб на форуме детской безопасности. На данном форуме принимают участие дети от 4 до 7 лет. Это 5 групп нашего детского сада. Дошколятам вкратце за 15 минут рассказывают и показывают на практике, как вести себя в экстренных ситуациях. Дети по очереди обходят все площадки. С помощью жезла видели и регулируют дорожное движение? Да, что оно означает, вот такой? Стой! Стой! А вот такой? Приготовься! Передо мной и за мной можно ездить. А вот вам, например, если вы стоите пешком, я вот так стою, идти нельзя. Сегодня мы в преддверии летних каникул решили напомнить нашим дошкольникам о правилах безопасного поведения на дорогах. Мы вкратце с ребятами повторяем о том, где безопасно переходить дорогу, как безопасно ездить в автомобилях. Ну и потом, конечно же, демонстрируем им наш патрульный автомобиль. Дошкольники с радостью садятся в патрульную машину, включают сигнализацию и осваивают громкоговорящую связь. Следующий пункт – поисковой отряд «Скорпион». Детям рассказывают, как не потеряться в лесу. Если у вас есть телефон 100% заряжен, 112, самый главный телефон. 6% телефон тебе все равно будет звонить. Телефон будет работать даже без симки и если нет связи. После ребятишки бегут к спасателям поисково-спасательной службы и примеряют их амуницию. Пожарные на своей площадке показывают детям, как устроена пожарная машина. Показывают, как тушить пожар, в частности, ранцевый пожарный огнетушитель, которым тушат пожары сухой травы. И показывают работу со стволом, то есть как тушат действительно реальные большие пожары. Организация «Боевое братство» демонстрирует дошколятам оружие, бронежилеты и боевые снаряды. Она не закапывается, она просто в траве лежит. Наступаете, здесь химический реактив, капсула лопается и взрыв происходит. Тоже вещь опасная, в руки лучше не брать, никаких действий с ней не делать. Просто запомните, как выглядит. В основном детям рассказываем о предметах взрывоопасных, которые находят у нас на территории Свердловской области, которые представляют опасность для детей. Какие действия они должны предпринимать, если нашли эти предметы. Ну и плюс показываем экипировку силовых структур. Воспитанники детского сада остались довольны. Мы начали с прошлого года такую практику, это социальный проект. В прошлом году у нас садиков 5, не только города, но и пригорода мы охватили. Ну и в этом году вот был у нас в 164-м детском саду форум, сейчас 121-м, и на лето у нас еще запланировано 2-3 сада.